Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас пятый день нашей живописи, наших листочков, таких красивых, они уже все подсохли у меня, лежат уже, конечно, не пятый день, уже чуть-чуть побольше, был перерыв небольшой, вот, но до сих пор лежат на столе. Вчера мы с вами рисовали плакучую ель, смотрите, как красиво она у меня высохла. На рабочем столе такая кудрявая стала. Вот как это все красиво, да? Здесь вот листочки как выгнули, согнулись, вернее. Да? Листочек каштана как сам засох. Обычно мы как, либо они на улице лежат, мы на них смотрим, ну просто видим, да? Либо мы их кладем домой, приносим, кладем в книжку. А тут вот смотрите, как красиво. Что-то необычное. Вот, вот этот листочек тоже такой. Вот. Здесь тоже они вместе, листочки. Очень красиво, да? Так, хотела я вам что сказать насчет вот этих двух листочков. У нас это оказался тополь. Вот. Вроде бы как, я смотрела сегодня еще раз по сайтам прошлась, вроде как похоже на тополь. Вот, они немножко еще бывают разные, видимо, разновидности разные тополей. Вот они тут и сзади немножечко похожи, тоже такая мягкая поверхность. Ну, в принципе, и березы тоже бывают разные разновидности. Да, вот тоже он тут. И наши с вами вчерашние работы. Наша плакучая ива немножечко уже подсохла. Стала такая красивая. Листочек дуба тоже такой очень очаровательный стал. Вот. Рябинка наша. Рябинку я решила не перерисовывать, потому что плакучая ива тоже напоминает рябинку. Если сейчас начну ее перерисовывать, то ребенку будет сложно потом определить, где какое дерево. Поэтому оставлю лучше ту. Так, ну мы все будем сдвигать сейчас с вами. Немножечко сейчас все поменяем и начнем с вами рисовать. Так, и сегодня мы с вами рисуем листочки березы. А у меня их будет, наверное, нарисовано штуки 3, как-нибудь вот так вот она будет. Тут 2 и тут вот 3. А это для того, чтобы потом еще ребенку и посчитать их, сколько их. То есть везде по одному листочку, да? Ну, кроме плакучей ивы и рябинки. А тут будет побольше. Тут еще они добавок будут по отдельности. Вот, и приступаем. Thank you.
Так, ну вот мы с вами нарисовали наши березовые листочки. Такие вот они получились красивые, необычные. А, жалко то, что они засыхают не сразу. Было бы, конечно, лучше, если бы ты вот нарисовал. И она прям хоп и сразу засохла там в течение нескольких секунд. Но пока она засыхает, она, естественно, медленно очень растекается. Вот. Как-то так. Вот здесь сейчас она пока вот еще мокренькая, да, она очень-очень красивая. Похожая действительно на какую-то планету. Такая вот. Нравится мне прям красиво. Можно взять кругляшки нарисовать и сидеть их целыми днями раскрашивать. Рисовать маленькие планеты. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете комментарии, я их все читаю, мне очень приятно. Вот, смотрите наши влоги, также в мире животных, там сейчас ролик вышел как раз, а выйдет как раз, это, наверное, да, в районе обеда. Вот, и другие ролики тоже смотрите. И всем пока-пока.